Так, он вышел из Саула на улицу. Так, все, я забрал готовую книжку, несу сжигать ее. Не, могу это, я же могу там ее выкинуть. Ну, скажете, когда будете готовы, я буду сжигать. Я готов. Жду. Нажал. Коробка с магазина. Церковь. Да, два ключа у меня. Чё он разозлился-то? Блять, сейчас у меня призрак тут. Он здесь? Что он здесь делает? Да что он разозлился? Все, это значит то, что успокоился? Я нет. И что, у меня с книжкой пока просто бегать? Ключ вам помогать искать? Блять. Чё делать-то? Никитос вон. Вот Никитос. И чё там надо? Тут уже даже зажжено. Заходит к вам. Встал такой, че. Бля, он все стрелять будет, нахуй. Вот здесь противоположно, магазин готовый. Здесь нужна коробка для хранения одежды. Ой-ой. Да, когда он там трансформируется, когда он начинает кричать. Да, па. А вот когда он начнет кричать, значит он такой. Не, он периодически еще в ярость приходит. Ну да. Вот здесь никого нету от хранения одежды коробки. Во. Блять, у меня книжку спиздили, по-моему. Или нет? А, нет. Да. Так, я в шкаф, нахуй. О, это у меня, да. Ну, он сейчас здесь у меня бегает, по-моему.
Да, вылез, вылез. Призрак убил. Сжигать тебе? Точно сжигать? Все, сжигаю. Блять. Он ко мне бежит наверх в церковь. Я спрыгиваю. Так, я его застанил. Спрятался в шкаф. Я спрятался, спрятался. Я спрятался. Он меня бросил. Я знаю. А вдруг меня не слышали? Что делать? О, блядь, нихуя! Встань его. Я застанил его. Ушел от меня. Все, он успокоился, типа. Что делать-то надо? Тут вы все зажгли. Нужно искать пиктограмму. Я зажигаю свечки. Я заполняю в этой в банке. Книжку заполняю. Сделал. А что такое? Никита появилась передо мной. И там книгу взяли? Ты забрал книгу? Блять, он сюда идет. Так, призраки, призраки. Много призраков. Блять, у меня стрельнул и бежит. Встань, встань его. Застанил. Прикройте. Меня прикройте. Я без фонарика. Я встань его, встань, встань его. Бля, ему похуй уже второй раз. Да.
Призраки, призраки. Вот там книжка сразу. Вот здесь у меня книжка есть, только зажечь надо. Зажигать ее? Мне брать книжку? Сейчас спички найду. Спички остались где еще? О, кто это умер? Тебя поднимать? Поднимаю. Да блядский. Я тоже не могу спички найти. Блять, он у меня на втором этаже. Блять, убил меня, пидор. Фонарик кончился. Куда выйти? Я тебя не вижу ведь. Нет, я тебя не вижу. Никого ничего не вижу. Не направо, налево идти? На мне босс, на мне босс. Бежит по центру улицы, забежал в дом сову. Я вот прям на аптечке себе стою. Ну этот хуй тут бегает. Он за мной где-то. Блин, он здесь, на. Он опять за тобой побежал. Жек, вот передо мной, в аптечке. Слева от меня, вот там вот, по-моему. Вот здесь вот должна быть. Спички нужны. Ань. Ой, я спички нашел. Спички нашел, спички нашел. Еще спички нашел. Еще спички нашел. Давай я Никитоса подниму, наверное. Там Жека хуярит, походу. Ты живой? Да.
Так, мне бегу за аптечкой. Бля, он здесь. Аптечку надо как-то перед ним забрать. Блять, он обозлился нахуй. ГГ, я последний. Бля, что делать, что делать, да? Что делать-то, блядь? Вот, он успокоится вообще, нет? Блядь. Это мне надо как-то аптечку взять. Вы сами не можете шпохилиться, да? Блин, как мне, что мне делать-то надо? Вот я выхожу к вам. Вот я вышел. Зашел обратно. Ой, я книжку нашел. Включение фонарика помогает. Да, он ко мне, наверное, сейчас спустится. Бать везет, на. Поднимаюсь. Я здесь. То я уже побежал. Он уже ушел. Взял аптечку. Блять. Я на призрака потратил много. Да он очень быстро подбежал. Хитер. Че, все, мы проебали? Найс. Близко, наверное. Наверное. Две книжки оставалось.